Под прикрытием огня танков солдаты перемещаются на новые позиции, чтобы предотвратить возвращение боевиков. Как обычно, защите пехоты помогает постановка дымовых завес. Уничтожив огневые точки, танк перемещается на новую позицию. Но не только танки могут помочь пехотинцам. Задача выполнена, и машины возвращаются. Потерь и повреждений техники нет. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов.